Всемирный день музеев и Международный день семьи отметили в департаменте полиции Карагандинской области. О том, как прошла встреча, в следующем материале. Пятнадцатого мая отмечается сразу два праздника: Международный день семьи и Всемирный день музеев. В честь этого музей департамента полиции Карагандинской области провел своеобразное семейное мероприятие для ветеранов и членов их семей, а также действующих сотрудников полиции. На мероприятии присутствовал начальник департамента полиции Карагандинской области Нигмет Исмагулов, который лично поздравил не только ветеранов полиции, но и всех гостей. После поздравительных слов ветеранам вручили новые часы с символикой МВД Республики Казахстан, а также были выданы благодарственные письма детям ветеранов, чей вклад в деятельность департамента нельзя переоценить. Музей боевой и трудовой славы департамента полиции области существует уже более 40 лет. За все это время музей сохранил в своих стенах более 4000 экспонатов, в том числе фотографий, видеоматериалов, документов, наград, знаков, оружия, обмундирования и снаряжения. Мы сегодня услышали детей наших ветеранов, героев Великой Отечественной войны, героев полицейских, милицейских будней. Большим интересом послушали, и меня очень трогает вот эта память, которую вы храните и передаете из поколения в поколение. Хочу пожелать вам всем огромного здоровья, пусть благополучие будет в ваших домах, пусть память о ваших родителях вы передаваете своим внукам, те своим детям, и тогда они все время будут живы, будут рядом с нами. Такие мероприятия департаментом полиции проводятся повсеместно. Все это делается для сохранения истории предков и развития патриотизма у подрастающего поколения. Максим Трезуб, Равиль Валеев, 5 канал.